Чуть не с победой, да? Спасибо вам за хорошую работу, действительно. Отработали просто здорово. Сегодня разговаривал, да, с шефом, да, сказал, до первого числа деньги будут. Но если говорить так, то значит, заслужили, да, ребятки, молодчики? Ну и впереди поездка, да, очень. 6 игр, ребятки, нужно забирать, да, конец месяца, сами понимаете, очень важно. Завтра отдохнуть, молодежь завтра тренируется, да, остальные отдохнуть, погулять. Крам, куда пойдешь-то? Дома буду спать. Ну все, спать, все правильно. Выспаться, покушать, набраться эмоций, да, и вперед. Да, ребятки, молодец, еще раз. Лучше-то кто? Молодец, все, может, кинуть внимание лучше. Кабанюнь. Все, пацаны, все красавцы. Давайте отдыхаем, дальше больше, готовимся.